я что-то получаю такое удовольствие от того, что просто ездить как оффроуд такой, знаешь, это по таким штукам. Как паркур на либераторах. Да, я как психодиночка. Ребята, нашел каналчик кудрявого пацанчика. Посмотрите, вот сколько видосиков я у него посмотрел, аж целых два ряда. И посмотрел лишь по одной причине, потому что у него в каждом ролике, абсолютно в каждом, у него монтажик. И не просто монтажик, а практически на протяжении всего ролика. Я вот на него сразу подпишусь и вам советую. Ссылочку оставлю в описании, сами посмотрите, сами поржете. Реально, парень дико-дико угорает. Не знаю, вот откуда у него эта манера общения, но это реально смешно смотрится. Ссылочку оставлю вам в описании и приятного просмотра ролика. У нас пельники в конференции. Так, ну-ка. Врум-врум, мазафака. Найс. Все взяли кинатора, да? Все взяли. Один Коля Маршалла взял. Конечно. Я Маршалла не трогал. Ё-моё. Мясо. Вообще, что происходит? Вот такое, ё-моё! Хэштег Женя живи! Да. Да поднимайся ты, ё-моё! Давай! Отлично! Отлично! Поднимайся полгода, понимаешь? Нормально. Ага. Так, что тут за хрен моржовый какой-то? Да давай, гони! Вау! Какого черта? Женя думал, такой хитрый сам. О, спасибо, меня кто-то подтал. Да! Кто опять бесконтактный ставит? Это контактный, почему бесконтактный? Контактный, да, точно. Контактный. Какие-то контактные сегодня? Чего не взрывается? Я нажал. А только слышно, как детонатор клацает. Да. Данил, короче, полетел куда-то в воду. Эй. Ребята. Женишка. Ребята, я, короче, от вас всех... Вы тут? Меня слышите? Да. Я почему-то меня от вас отконнектил. У меня, походу, интернет лагнул. Да. Ну, я как бы в гонке, я участвую. Это когда слышишь, Оля, было? У меня постоянно так. Да. Эту гонку, кстати, изменили. Да нет. Да, там эти сделали шире. Шире эти сделали, трусы. Каких? Трамплины. Некоторые. Вроде бы такие были. Нет, ну по крайней мере нет. Тут автобус легче заезжать, раньше было. В любом случае, я пройду эту гоночку, оп. Да, не, реально изменили. Над ней поработать. Ну слушай, гонка реально крутая, она прям для таких здоровых машинок. И, по-моему, если не ошибаюсь, название изменили, потому что это все были новые названия. О, я упал в яму. А может быть копирайтили просто название, вполне может быть. Твою же ж за ногу. Ого, там что-то надо бежать, кто-то куда-то кого-то. Ой, я какой-то воздух взорвал. Вау, я мысленно с вами. Мысленно с нами? Да. А только знаешь, я без взрывов, да. Я тоже. Где-то в своем мире. Да, я в отдельную вселенную куда-то погрузился. Вселенную? Просто? Выиграй. Да. Выиграй ее. Я приеду ее первым. Ради вас, да? Ради вас, да. Воу. Ради подписчиков. Я что-то вообще упал. О, тут сделали такую хреноту. Женя, ты не поверишь, я тоже упал. Да ну. Ее изменили, да? В щели-то завалился, блин. Блин, слушай, карта реально крутая. Ну, видишь. Да, ее поменяли, вообще жесть поменяли, и я вообще не проезжаю. А, тут диваны были, диваны убрали, смотри. Да, диваны убрали, поставили там какую-то хренату. Вон так это остало, да? А как спускаться-то? А, во. Кстати, да, вон круто остало. Да, она диван... и была GTA. Нет, ну там это без этого без. Нет, ну, не было этих ремонтов, вот этого не было. А, ремонтов не было, да. И этих не было. Ракет. Ну давай, блин. Да, ракет не было. Что это такое? Что с моим монстром происходит? Чего он так скачет, непонятно. На свободу хочет. Не, прям, я что-то получаю такое удовольствие от того, что просто ездить как оффроуд такой, знаешь, это по таким штукам. Как паркур на либераторах. Да, я как психодиночка.
Но вы с Клаудом это... Да? Уже по разочку съездили по одному. А, ты же можешь смело проехать, че я парюсь. Но... Париться. Че не заезжать на них, на это говно? Давай, пойди. Ой, кого убил? Убийца. Ну какая тебя уже, какая-то. Че у меня? По счету это. Сейчас скажу, сейчас вот беру. Какая клизма по счету? Ой, а что тут два круга что ли? Три. Лол! Я только первый круг проехал. Женя не мелочился, да? Да-да. Последняя гонка, так что надо ее сделать незабываемое просто. А я третий, кстати, тем временем. А я первый. Я слышал тикающие мины. Бля, взорвался. Слышишь же. Так ты еще и не слышишь, ты еще и подрываешься. Я же говорю, я слышу. Не зря, слух работает. Во, тут какое-то дерево даже да посадили. Шлюх работает. Шлюх. Работает. Все, я больше не буду работать шлюхом. Ты плюхом. Ой, шлюх. Да, давно же говорил, хары работает шлюхом. Сколько можно-то? Завидуй молча. Ну ладно. Ты шлюх проверил? Да, я работаю на своем месте. Ты докторский шлюх. Опять мины слышу. А как, кстати, доктор, который шлюх проверяет, называется шлюхотерапевт? Шлюхотерапевт. Шлюховоз. Шлюховоз. Эти там уже с пистолета кого-то фигарят. Да я кого-то пытаюсь, и меня пытаются тоже параллельно. Ой, я убил даже кого-то. Ой, отлично. Отлично. Подожди, я четвертый, я не хочу быть четвертым, я хочу быть первым. Не, ну это, конечно, мечтайте там уже как-нибудь. У меня фок. Ну, специально. Твою мать, я упал. О, фок вышел, ура! Нас. Нас меньше. Это когда Женя сервер. Когда Женя сервера всех выкидывает. Кого он сам вышел? Это германский интернет. Германский. Путу мадре! Германский интернет. Это вообще-то испанский, да? Ну пофигу. Ай-яй-яй, я где-то услышал Ивангая. Что? Интересно, а можно ли... Я не гей, я не гей. Бигфута резина, можно прострелить? Не, нет, она не простреливается. Она не в Сингле, не в онлайне, нигде. Это упущение, да? Да. По мне стреляет. Я бы посмотрел на спущенную резину у Либератора или у Маршала. Действительно, я тоже посмотрел. А, это по мне вертолет. Возвращение. Посмотрели бы на это. Потом тебя долбит. Вертолет тебя долбит. Я давно знал, что тебя долбит. Всем привет, меня зовут вертолет, я вас буду долбить. Вот это интересно. Пошутите. Господи, я не вынесу третий круг. Прикинь? А я не знал про него. С левой стороны на крышу заезд был. Про третий круг, да, слева, я ж тебе говорю. Там удобнее слева заезжать. Да какого лешего, а? Какого лешего? Четвертого? Четвертого. Кто какой круг едет? Я второй, третий. Я третий только начал. О, так ты нас делаешь, Барбач? Да вообще, изи. Изи. А где круг посмотреть? Изикат. Вот это и сейчас. А круг нигде не посмотреть. Я как бы так знаю, где финиш. И там, когда проходишь, написано... Михаил круг вертолетом разбирается. Не надо про Михаила Круга напоминать, пожалуйста. Купола появляются сразу. Сразу золотые кукола. Кукола? Кукола, что? Кольщик, золотые кукола. Кольщик. Рядом чудотворный. Ой, Ген с иконами. Жень, ты сдохнешь там, нет? Вау, что это было? Доброжелательный это был такой. Нежданчик. Как ты в бок обстрелил там, я-то без. Это был нежданчик. Я вообще задом еду. Чистер вообще. Я задом еду. А это и ты? Я второй. А там кнаки с вертолетами воюют, первый едет. С вертолетами. Они меня уже обложили тут со всех сторон. Обложили тебя уже. Ребят, вы харе там пацана обложили. Ты сейчас мусорат сказал или нам? Меня копы ублажают. Вот это кого-то там разорвало. Изи пукан. Ай, что это было? Куда там что-то прилетело?
Сначала его там ублажает, потом ах, что это было. Там пролетел вибратор, Жень. А у меня между колес застрял столб, и я ехал как бы. Что? Ты трахал столб? Нет. Зачем ты? Зачем ты столбы трахаешь? А он трахал столб. Столботрах. Всем привет, я столботрах, да? Да. Я алкоголик, да? Всем привет, я алкоголик, да? Нет, столботрах. И что дальше? Алкоголик, это же старая. Старая кликуха, да, сейчас я столботрах. Поменял ориентацию. Поднялся. Бросил пить, стал со столбами мутить. Да. Это уже рэпчик, ел. Нет, так он когда бухал, он их обнимал, понимаешь? О, нифига, это в натуре рэпчик, когда он бухал, он их обнимал. Как писок ласкал. Ночью ублажал. А потом убивал. Что? У кого что-то в горле застряло. Сара меня таранят, не ЗВ дали, вообще дебилы. Что тебя любят. Все, я прошел! Наконец-то! Я взял здоровье! Взял здоровье. Че, программу здоровья взял? Малышеву взял. Подписку на год. Да. Я Малышеву задавил, я на самом деле.